Очень for the duration of your travel. В аэропорте надо было сразу делать ПЦР-тест, но она уронила два раза, это кит, поэтому Юн очень сильно переживал. В России намного дешевле, 7000 рублей за двоих, и вообще не больно делает, а в Корее до мозги засунут эту палочку. Перед аэропортом Юн очень радуется. Анчо, тебе не холодно? 괜찮은데? 하나도 안 추워? 응. 난 시원해, 좋아. Доброе утро из Москвы. Тут я почему-то первый день я как-то не очень хорошо поняла по-русски. В кофейне я кофе заказала, и она спросила, маленький или большой. Я сказала, спасибо большое. Ну, это что-то у меня с аудированием проблема. Второй день уже лучше. Да, это странно. Наша первая прогулка в Москве. А почему люди не носят маски? Какого? Вы? Во, ипуда. 진짜 예술이다, 예술. 예술이야? 엄청 좋아? 엄청 좋아. 모스크바 살고 싶다. 아, 너무 예쁘다, 진짜. 진짜 우리 나 очень понравилось. Мы хотим жить здесь. Кто хочет поменять место? Блин, такой воздух свежий. Легко чувствую, я много воздуха принимаю. Это неудобно. Это странное чувство. Я не могу привыкать, серьезно, да. Скоро ты знаешь, в маске я могу только толком чуть-чуть могу дышать. Но тут вообще... До Кремля я приехала встретиться с кем? Привет! Это кто такая? Это я! Лиса и мы 2 года не виделись, и наконец это мой первый день в Москве, и сразу Лиса написала, надо встретиться, и наконец мы встретились. Я так соскучилась, мы не виделись 2 года, я просто не верю, я уже стала совсем другим человеком. Ну блин, это самый счастливый день. Я очень счастлива, я просто не верю, что ты прилетела. Я тоже. Я сижу рядом, но я не верю, что мы вместе с ней. Вот, Лиса, что ты хочешь выбрать? А тут самое шокированное, это кролик и тигровые креветки. На самом деле у вас их очень много в Корее, просто я думаю, они у вас по-другому называются. Это просто большие креветки, они вот такого размера. Да, у нас на Корейском как королевские креветки, да, точно. Конечно, я не забываю подарки. 9. Ты это знаешь, что это? Да, ты меня в тот раз угощала, этот листик. Да, полезно, кунжут листья, да. Да просто, ты же скучаешь по Корее, очень. Поэтому я решила привезти это. Вкусно? Я рада, что тебе нравится. Борщ – это хлеб и паста. Пирс. А это салат с розбифом. Сегодня 1 октября, и нас пригласили в Кремль на юбилейный шоу. Анита Цой, для нас это первый концерт в России, в Кремле. Да, мы очень надеемся там посмотреть Анита Цой. Знаю, как одеваться, поэтому вот так одевалась. Что, поехали концерт? Готова? Когда let's go. Я кончил, готов? Окей. О, Юн. Thank you. Это недалеко, но из-за пробок так медленно едет машина. Мы приехали, там видно красный площадь, и нам надо найти кассу, там наши билеты. 행복해! 짜잔! 2 билета. Сейчас очередь стоит, нам то куда-то идти надо. Посмотрим, куда нам.
Надо пройти контроль, но неожиданно нас не пускали. Нас не пропустили из-за подарка из Кореи. Поэтому помощница Аниты Нина пришла и забрала подарок. И вот тяжело. Давай. Зали, увидимся, да? Хорошо. Конечно, нас пропустили. Внутри крем. Очень тяжело. Чтобы внутри войти, всем нужно положить пальто в гардеробке. Юн об этом не понимал, а спрашивая, почему мы спускаемся. Это русская культура. Нам не прилично. Так. Тут продается матрешка и так далее. Очень дорого. Очень дорого. Анита нам дала VIP-билет, поэтому мы ищем. Ну, тут вообще очень большой. Спускаемся и отдала билет. Ой, вы не представляете, как я волновалась. Я вообще не ожидала, что меня люди узнавают. И подписчики подошли. Это было очень приятно. 여기는 꼭 와야 돼. 왜? 어? 어 너무 근사하고 예쁘게 잘했어. 어 진짜? 길. 무슨 진짜 크긴 크다. Ребята, ребята, сколько я русских звезд видела, но я хотела фоткаться, но я очень стеснялась, поэтому не могла попросить. Ну вообще. Это оттесно? 엄청 재밌었어. 진짜 이게 진짜 맛있었어. 진짜. 짱. Черт был вообще супер. Я в Москве не первый раз, но почему я не знала, что ночная Москва такая прекрасная? Ребята, мы были первый раз в Кремле, в концерт-холле. Юн вообще не был в театре в России, и поэтому он не знал, как одеваться. Я сказала, надо красиво одеваться. Вот мы пришли в Кремль, и там было просто очень красиво. Внутри, конечно, проверили ПЦР-тест, паспорт и билет. Мы столько русских звезд видели. Я посмотрела русские программы, шоу, и там я почти всех видела. Очень хотела сфотографироваться, но там не рухнула. Поэтому не могла подойти. Но Анита просто... Мы с Юном были просто вот так, вот так. Короче, это был очень интересный опыт. Спасибо за приглашение. Завтра мы уже поедем на дачу с Сашей. Юн вообще не знает, что такое дача. И мы поедем скоро. Давайте я сниму видео. Еще увидимся. Аня.